Вместо бабьего лета в крае будут затяжные дожди. Синоптики говорят, что в ближайшие дни температура будет ниже нормы на 3-4 градуса. Еще в субботу жители центральных и южных районов будут радоваться по-летнему теплой погоде. Воздух прогреется до 20-25 градусов выше нуля. На юге края столбик термометра поднимется до плюс 28. Ожидается переменная облачность без осадков. Уже в ночь на воскресенье погода резко испортится. Говорят, синоптики, набегут тучи, и весь последний день недели будет идти дождь. Временами даже сильный. Температура воздуха понизится до 12 градусов тепла. Довольно прохладно будет и начало следующей недели. В понедельник днем будет около 10 градусов. В темное время суток будет всего плюс 4.